Всем привет, с вами Прия, и сегодня я поделюсь своей радостью. Скажем так, это должно было случиться неделю назад, а то и даже две, но причина проста. Не всегда можно засесть в эту замечательную игру, и не всегда можно достичь желаемого. Не с моей стороны эта проблема была, но да ладно. Самое главное, все было исполнено качественно, ну и мы успели до припатча. Окей, о чем же речь? Хотя вы из названия поймете. 2400 наконец-то апнуто. Замечательно, замечательно. Те скрины, которые я приложил в ВК-группе, ну и в Инстаграмчике тоже, пост есть небольшой, с картиночкой интересной. Вот, там рейтинг, значит, 2405. Но в тот момент, когда мы апнули этот рейтинг, моему хилу оставалось еще чуть-чуть. Ну и им была сказана фраза, этим моим хилом хорошеньким, что надо тоже попробовать добить. Почему бы и нет? У него, конечно, ачив этот есть еще давненько, но так, просто ради там викли сундука, ради рофлов, почему бы и нет? Окей, вышли против Варлока и Монаха, выиграли в итоге 2419. Ух, план перевыполнен. Очень много было сыграно аренок, это факт. Какие-то были лузовые из-за матчапов по типу там ДХ какой-нибудь. Против ДХ, будем честны, сложновато биться, потому что у ДХ метаморфоза частая, у ДХ карапты слишком сильные. Если выходит ДХ паладин, то это вообще разрыв всего, чего только можно. То есть у паладина там различные КДРы, карапты на откат времени восстановления. Была арена, когда Холи Паладин дал просто три подряд молота правосудия моему хилу. То есть сначала 5 секунд, потом 2,5, и потом, то есть, ну, 1,25 по диминишингу. 8 секунд мой хил стоял в стане. Это не выигрывается. Паладин, который за там 5 минут арены 3,5 стоит в крыльях. Но это нормально. Да эти карапты просто бред полнейший внесли в ПВП-систему. Но с ними легче. Некоторым классам, окей. Касательно ДК, могу сказать то, что у ДК просто больше прессинг за счет гашингов. Касательно шмота моего, в дискордике я очень часто скринчики делал касательно своего шмота, но если посмотреть в текущий момент, то получается вот что. Если еще эссенции поменять, ну там минус верса будет немножечко за счет того, что видение просто пассивно дает версу. Если видение поменять, будет версы чуточку поменьше. Ну и в ластовых аренах я уже не юзал дестагата, я юзал жетончик. Жетончик дает версу, жетончик дает мейнстат. 4К мейнстата это очень сильно, при условии того, что еще гниение сила дает повышенную силу. То есть там цифры хорошие летели, это факт. Это факт. Косты хорошее количество, версы хорошее количество, весь шмот просокичен, даже как-то немножко жалко с ним будет расставаться. Ну, в Shadowlands'е просто он вендору сольется. Етику так и не дропнулся, 75-й с Викличи 100. Я все прекрасно понимаю, спасибо огромное за этот чудесный рандом. А, накидочку надо засветить. Накидочку дали за 2400, ну все замечательно. Можно, конечно, попытаться теперь и в троечке апнуть 2400 и там 50 побед сделать. Но, знаете, нужны какие-то ребятки, которые там имеют аналогичный эквип, хотят это дело делать и понимают вообще, ради чего они это делают, а не просто которые выходят порофлить. Это тоже немаловажный аспект. Нужно знать, в каком настрое ты идешь на арену. Вот. Ко всему нужно подходить серьезно. Это факт. Далее. Видос долгий, да, довольно-таки. Это уже изначально ясно. Далее вы увидите нарезочки с выигрышными аренами, почти всеми. Также в описании к видосику я приложу тайм-коды против различных матчапов. Вы просто будете видеть ластовые 20-40 секунд при битве против какого-либо сетапа. Делать все выигрышные партии с самого начала до победы — это долго. Очень долго, там часа на 2 выйдет. А такой формат, он довольно-таки неплохой. К тому же, там есть один луз, в
конце почти видосика. Ну, почему бы и нет? Нужно же разбавить чем-то видосик. И все эти моменты, они начинаются с рейтинга 2130-150, примерно как-то так. Ну и вот вплоть до 2405. Ластовую против Монка и Варлока, ну уж я как-то не стал записывать. Увы, увы. Но мы ее выиграли. Мы ее выиграли, иначе с чего бы у меня рейтинг повысился, правильно? Правильно. Вот и все. Как говорится, приятного просмотра дальнейших интересных моментов. Берегите ноги, мойте руки. Думаю, извлечете для себя что-нибудь полезное и довольно-таки интересное и смешное. Окей, Рога умер. Нихера. 30к ДПС. Жестко. Фулл бурс даю. Есть чем помочь? Чуть-чуть прям надо. Я встану. Ух ты, как вовремя, блядь. Смешно. Блядь, просто так каст ему кикнул этому паладину. Печально. Паладин какой-то неправильный, мне кажется, да? Там вар даже без рефлекта был. Тоже на самом деле ему рефлект надо брать по-хорошему. А зачем? Против смерча, типа? Против смерча, против шипов. Он зубы отдал, да. Хорошо. Я в фере. Можем добить. Но у меня достагата нет. Чик, станчик. Хорошо. Давай стан по друиду. Что-то он вообще, мне кажется, не осознал, что произошло. Убегай просто, просто убегай, я его замедлю. Да, я файн, я просто хотаюсь под душой леса. У меня омоложение по 30 тысяч, критует по 36. А, в клетке. Давай, давай, попиздимся, блять. Сколько у тебя достану? Готов. Давай впал. Хорошо. Скоро бурст. Делаю бурст. Фулл бурст. Нажму зеленку. Походу зря. Сука, каст ему не сбивается. Грипнул его, стан ему дал. Помоги чуть-чуть. Пусни его просто за жопу. Контроль над разумом на мне, стан готов. Давай сразу пороги стану. Тринканул. Окей. Достагата отдал. Добью. Все хорошо. Ну ливни ты уже. Палу дал стан. Роги обновил доты. Эх, там полсекунды буквально, наверное, не хватило. Окей. Стоп, а где мой? А я нажал его, блядь.
Я его нажал, как будто меня спуржили его, как будто. Там калашка заехала, потому что... А наш физ. Ну ладно, все, давай, окей, играем. А, чисточная магия. Каз сбил, окей. Отдал перерождение. Не хочешь? Сколько ДМС? 3 секунды, каз сбил. Он упал. Тринкую, кидаю поганище. Скоро бурст. Блять, я фул апокалипсис разряжал в него. Ну что ж, так циклон не вовремя. Ладно. Я сказал же циклон. Ну я что-то это. Думал, успею. Это просто бабл, типа. Поэтому. Нечем тринковать. Окей, у них станы. Хорошо. 7 секунд до бурста, стан тринкую. Бурщу. Я в дизарме. Ну это ожидаемо. Попробуем добить. О, я не могу ничего сделать, грипну его. Сучка. Он трассил, потрассил. Да, он в ебанутую точку портнулся, он не, типа не переставил его. Угу. Да, нажал. Антач. Ой, этот карма, окей. Я в дизарме выхожу и бурщу. Ридом не могу догнать. С питомца стан дам, если, блядь, питомец догонит. Догнал. Догнал. Допустим. Кулаки у меня. Могу умереть. Нет, не можешь. Я в дизарме. Сбил каст. Наверное, по монку сейчас пойду. Но я не могу до пала вообще дойти. Окей, что ты с ним сделал? Ты кинул куклу, я вижу, смерчик оставал. На самом деле там все дело в том, что он слил тогда карму в шипы, чтобы подолбиться, чтобы нанести тебе урон. То есть он офенсив карму нажал. Хорошо, он тринканул, окей. Играю дальше по роге магическими спалами. Там 100% сетра. Пала циклон. Минус бабл. Иду проги. Циклон пала. Нечем тринкануть. Окей. Два бопа. Окей. Ну да, тут умрет. Угу. Стан могу дать по друиду. Нет, не надо, в кристалл лучше. Бля, сори, поздно. Давай, давай. Креста никак не закрываешь. Он по мане сел уже. Проблема в том, что я еще больше. Меня, скорее всего, сейчас шокнет. Ладно, не шокнет, мне не повезло. У меня просто уже 0 маны. Ну, у меня тоже. Ну, по итогу это было правильное решение, откидывать станы. Угу. Стандал. Боб, окей. Склоню дыха.
We're down. В клетке. Окей, убили, хорошо. Ну, какой-то ДХ тут слабенький, мне кажется. Ему не напрокало, да? Аккуратнее тут взлетит сейчас. А просто не напрокало. Чуть-чуть не дожали. В тебя все летит, аккуратнее. Скоро бурсты будут. Угу. Вот и все, хорошо. Я с фулбурстом. Готов уничтожать. Колбасу. Хорошо. Еще когда? Все, хорошо. Кука. Ебись ты от меня. Я в тюрьме. Аккуратнее. А, он на меня выйдет, я ему акулу кинул. В этом глефа рикошетит. Я от тебя на 30 метров стою, глефа рикошетит, блядь. Прикольно. В тебя изначально прилетел этого кота. Фух. Вот в таких играх, ну, таких аренах, вернее, даже когда ты побеждаешь, у тебя нету чувства, блядь, удовлетворения от победы. Ты как будто бы, знаешь, ногу в дерьмо окунул, вытащил и такой, вытираешь ее, стоишь. Типа, наконец-то. Чего у тебя по МСу? Нажал. Шикарно. Каз сбил престол. Какой же они улынь пошли сейчас в меня. Да? Они нажали вообще все, что у них было. У них больше ни одного кулдауна вообще не осталось. Я думал, кстати, в приста свечится, когда там немножко между колоннами бегали, там у приста было менее что-то процентов 30. На самом деле, когда один таргет сильно просаженный, и при этом ты сидишь на другом, не всегда имеет смысл свечиться в том плане, что, допустим, это хил, ему надо прохилить будет и себя, и при этом прохилить тот таргет, на котором ты сидишь. Я там вовремя станчик типа кинул престу. Да, хорош. Хотя я думал то, что ДР там и все такое, но ладно. Нажать зеленку? Нет, 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 не надо замедлить преста лучше. Есть чем добить? Кас кикнул. Блять, я в фире. Сейчас добью. Вкусни его за жопу. Я же без кота здесь. Окей. Хватит, хватит с медведем. Да даже просто там какой-нибудь условно полоснуть хватило бы. Ну или там взбучка. Знаешь, сколько у меня дамажит взбучки? Хиля. Сколько? А, ну, ну сколько, сколько? Увечья 10 тысяч, кстати, дает. Ну вот видишь. А взбучки вообще нету, кстати, у меня. У меня есть только железный мех. А, ну взбучка. С тряпкой перепутал. Взбучка есть, но взбучка мало дамажит. В взбучке прямой урон 1300.
Там хила, продолжишь? Угу. Чик. Боб, добить нечем. Хотя язвы. Хорошо. Я в руте был. В твоем, блядь, как будто. А, там обращение магии было от ДХ. Кнопка визабельная, знаю. На тебе просто барка была, он когда ударил в барку, получил рут, и поскольку... Как и обращение ДХ магии... Нажал кнопку. Как и рефлект, работает очень странно. На тебе, допустим, висят шипы, если вар нажимает рефлект и бьет в шипы, урон рефлексится в тебя. Но иногда он почему-то рефлексится в меня, к примеру. 50 секунд до бурста. Я не знаю, доживем или нет. Гриппую варлока. Он типа гейты нажал. Кикнул каст варлоку. Я в ужасе. Подлось я сейчас, потому что нахилить тебя вообще нечем. Я дейсики жму. Сейчас зеленка откатится, откатилась. Да. Весело. Абсолютный ноль маны. Сбил каст варлоку. Найс, вы прыгаете, конечно. Не, в барке. В тебя летят хаусболты, аккуратнее. Я во второй барке. Скоро фулл бурст. Готовь контрольчики какие-нибудь. Стараюсь. Дал стан по друиду. Сейчас попробую варлока утянуть. Утянул. АМС, если есть. Нет. Красиво. Нажал. Я еще гулю морфнутую кинул в друида, попытался каст ему кикнуть, но он уже в кошке там был. Клон хила. Стан дал по варлоку. Нажал тринкет я. Ну, на дэмэдж. Перерождение нажал, фулл бурст даю. Я с Гулей там отыграл. Хорош. Я типа как раз он там из смерча вышел, Гулю направлял. Это хотя бы куда более приятная арена. Ну да, тут нету хайграундов. Окей, бабл. Хорошо. Регенерация зандаларовская, вау. Может по ДК продолжить? Не, по паладину иду, окей. Частичный бурст нажимаю, жму зеленочку, чтобы ничего не поймать. Ага. Сейчас же его подрутал. Хорошо. Есть чем куснуть чуть-чуть? Сбил ему каст. Сучка, отхилился.
там минус боб. Ну, уже можно было его, типа, убить. Ой, больно. МС. КД? Майн контроль сбил. Хильни меня. Так уже нечем. Охуеть. Окей, ну у меня перерождение готово, если что. Угу. Чё-то там у меня прокнуло под конец. Я же, наверное. Найс. Немонка заебись. И не дыха. Угу. Ну я также по паладину. Глянь, у меня все правильно да. Взято. Аура, поганище, некротик, вздох, мейнслот. Да, да. Угу. Да, это те же. Сбил каст паладину. Продолжил станом. Он тринканул. Окей. Сбил каст паладину. Станчик дал бабл. Окей, вообще идеально. Стан еще не потратил? 40 секунд, когда. Я вот стан дал паладину, и он вот бабл нажал. Я думаю, это хороший размен. Я ему даю сейчас стан, когда иду. Отлично. Жестко. Бля, 3 рейтинга, понимаю. Ну теперь тебе добиваем, да? Можно, кстати, на викли чест. Мало ли чего упадет. Вдруг. Хаст, верса, колечко. Не, у меня уже есть сакетом его надо апть.